Всем привет, друзья! Приобрел себе вот такой краскопульт. Цену забыл. 1004, по-моему. Потом вспомню. По чеку посмотрю. Патриот называется. Вот такой компрессорик. Шланг. Легкий конус, все на притирке. Все разбирается, еще подкраску, калибровочка, краску густоту проверять, сколько разводить, ремень наплечный, ну, сейчас прицепим, ну, вот такая коробочка из-под него. Так, краску уже развел. Сейчас попробуем. Приготовлено. И вот сейчас на своем рабочем месте испытаем. Вот это нам кондейку покрасить надо. Сейчас попробуем, как все это дело идет. Так, сейчас подцепляем ремень. Надо приспосабливаться. Потеки шпарят. Сейчас покажу. Темы пока нету еще. Сейчас оттуда как палача снимать. Надо приспосабливаться. Включить забыл.
Вот после побелки краскопультом. Сперва показалось как бы не ахти. Отлично получилось. Ну, это, конечно, закрывать надо мелочи. Но видите, в принципе, даже не очень загадились кнопки. Если бы чуть бумажечкой прилепить, так и нормально было бы вообще. Вон, автомат практически не закрасился. Нормально. На потолке неудобно, конечно, валиком бежала, стенки — это отличное дело. Вот такая кондейка моя стала. Чистая и свежая. В общем, краскопульт понравился мне.